Привет всем! Сегодня к нам попал вот такой вот четкий Mercedes CL 600 на почти 400 лошадей V12. Просто животное. Сейчас покажу вам двигатель. Весь в металле. Это 95-й год. 90, мать его, 5-й. Салон перешит, скорее всего, но, блин, выглядит все очень достойно сейчас, на данный момент. Сейчас заведем, покажу вам двигатель. Какой же это звук, просто чудесный. Так, сейчас посмотрим движок, что из себя представляет. V12. Ё-моё, у меня стол рабочий меньше. Обалдеть. Смотрите, какие стекла толстенные. И без рамок. 95-й год, все на электрике, доводчики дверей. Ну-ка послушай. Выхлоп здесь, в принципе, не сделан никакой, но это, наверное, лишнее здесь будет. Ну-ка сейчас чуть-чуть я за ним. Маленечко. А песня просто. Так, доводчик дверей сработал. Так, ну заглушим, я думаю. Вот, сейчас покажу вам, что тут в интерьере есть. Опять же, этот автомобиль ценители, я думаю, знают, что это такое. Лучше меня гораздо. Вот, то есть, что у нас тут есть? Это двухзонный климат-контроль. Напомню, 95-й год. Центральный замок. Бардачочек. Это, наверное, ключ от бардачка. Что это такое? Ну-ка, давайте посмотрим. Так. О, как это выезжает. Все классно. Раз. Чудесно. Бардачок. Дерево, ручки, настоящий металл, прям холодный. Чудеса какие-то. Стеклоподъемники. Вот эта хрень я даже... А, ну это, по всей видимости, зеркала управления. Да, это джойстик управления зеркал. Сиденье с электроприводом, куча настроек, подушка выезжает, это просто песня.
память сидений. 95-й год, тут можно же было делать и тогда такие машины. Просто куча настроек. Даже подголовник электрический. Ну-ка. Просто чудеса. Задний ряд. Там, по всей видимости, аптечка, крестик нарисован. Тоже у них доступно управление. Спорткупе. Я думаю, это все реставрировано. Люк с адским звуком открывается. Видно, что все это металлическое, что все это железное. Просто песня. Зеркало. Я там. Зеркало с автозатемнением. Просто чудесно. Потом мы еще, наверное, прокатимся на нем. Но это, наверное, отдельное видео я запишу. Это ручник. Чудесно, чудесный автомобиль. Это у нас борт. Ну, а как все сделано, а? Видно, конечно, что это не современно, но это просто, просто офигенно. Стеклоподъемники. Мне кажется, тут мотор от стеклоподъемника может Жигули двигать с доводчиком. Вот это да. Восхищению нет предела просто. Пепельница. Выключается курсовая устойчивость. Ну, не страшно, наверное, без нее ездить. Ну, попробуем, посмотрим. Чуть-чуть попозже. Машина, кстати, продается. Пишите в соцсетях, свяжу вас, если что, с продавцом. Кому интересно будет. В очень хорошем состоянии машина. По двигателю и так далее, все узнаете у него.